Свыше 340 миллионов рублей в пользу несовершеннолетних взыскали судебные приставы Башкортостана в прошлом году. Как сообщили телеканалу РБК Уфа в региональном управлении федеральной службы, специалистам удалось найти порядка 800 злостных неплательщиков алиментов. Всего же в 2019 в отношении должников завели более 43 тысяч исполнительных производств. 20 тысячам гражданам и вовсе запретили выезд за рубеж. По словам приставов, сегодня это наиболее действенная мера, и многие алиментщики спешат расплатиться по долгам. Остаток исполнительных производств о взыскании алиментных платежей по состоянию на 1 января 2020 года составил 19 638, что на 590 исполнительных производств меньше в сравнении с остатком на начало года 2019. А сумма взысканной задолженности данной категории увеличилась с 260 миллионов рублей до 343 миллионов рублей. 441 алиментщик находится в розыске. Но и стоит отметить, в республике есть должники, которых привлекли к уголовной ответственности. Так, 1150 граждан получили наказание в виде исправительных работ и штрафов, а 29 и вовсе отправились за решетку.